Привет всем! Вслед за новогодней коллекцией основной Kinder Maxi с коллекции «Полярные белые медведи», которую мы недавно распаковывали, вышла также коллекция для девочек Kinder Maxi, и сейчас мы ее сегодня распакуем. В отличие от коллекции предыдущей, которую мы уже распаковали, здесь у нас не 5 коллекционных игрушек, а 3 всего лишь. Ну вот я постарался выбрать по весу, чтобы нам повезло сегодня и попались все 3 игрушки к новогодней коллекции, но вот не знаю, в 2 сюрпризах все-таки не уверен. Тем не менее, посмотрим, повезет нам сегодня или нет. Ну что ж, 145,7 грамма этот киндер-сюрприз. Коллекция для девочек должна также быть очень-очень интересна, но здесь у нас снова она не такая прям типично новогодняя, как, например, белые полярные мишки, а... Здесь у нас, сейчас увидите, какая коллекция в этом году Kinder выпустил в Европе к Новому году. Посмотрим, должна выглядеть она тоже очень-очень здорово. Итак, и новогодний Maxi у нас, смотрим. Нет, Леди Баг. Вот это да, друзья. Это, конечно же, ошибка. Я не знаю, как так получилось. Этого ли года Kinder? Или неужели они просто... Да, 2020-го. Ну, здесь у нас просто как будто прошлогодняя коллекция, друзья, попадается в Maxi. Должна была быть совсем другая коллекция. Совсем. Я не знаю, почему попалась Miraculous. Да, это коллекция прошлого года. Вот так вот, неожиданно. Kinder Surprise нам подсунул прошлогоднюю коллекцию... Kinder Maxi из Европы. Может быть, конечно, она выйдет сейчас в других странах, поэтому получилась такая накладка. Но эта коллекция, да, была в прошлом году. Леди Баг и Супер Кот. Обзор у нас есть на канале. Ну вот, вообще, конечно, хотелось увидеть совсем другие киндеры сегодня в этом обзоре. Совсем другая коллекция должна выйти в коллекции для девочек. Ну вот, ладно, не будем уже наклейку наклеивать. Как-то так вот, к сожалению, Kinder уже, смотрите, не только в обычных, как было с Барби киндерах, но и в Maxi здесь у нас подсовывает прошлогоднюю коллекцию. Нет, Miraculous вышла в этом году в гигантских киндерах, там было классно, попалось нам сразу же и Леди Баг, и Супер Кот, а в этих Maxi все-таки другая коллекция выходит, и я думаю, все-таки она сейчас попадется, но очевидно, что... Всю коллекцию мы не соберем. Итак, второй киндер у нас 148,3 грамма. Так, ну здесь у нас просто обязана попасть теперь настоящая новогодняя коллекция, друзья. А настоящая коллекция у нас такая же, как и основная коллекция, которая у нас была, большая серия роликов. Это Enchantimals. Выглядят они на фотографиях очень-очень симпатично в коробке, по крайней мере, но сейчас бац, и снова Леди Баг, да? Нет, вау, наконец-то, все-таки, очень красивая коллекция, потрясающе, я уже вижу. Вообще, сама коллекция Kinder очень красивая в этом году, Enchantimals, но здесь прямо, мне кажется, так, 3 игрушки у нас в коллекции, да, все самые лучшие, лисичка, олененок и скунс, девочка, и посмотрите, насколько красивая, яркая игрушка, очень классно сделано, очень красиво нарисовано, и это у нас, что это, вау, и олененок у нас такой, головой крутит даже, посмотрите, была именно эта фигурка и в обычном киндере Enchantimals в этом году, ну вот, вот она, конечно, в Maxi выглядит еще намного лучше. Так, интересно, что вот эта вот подставка, на которой у нас стоит Enchantimals, является также и шкатулкой, посмотрите, одновременно. Да, здесь можно что-нибудь спрятать у нас, да, и вот такая вот шкатулка, на нее поставить нашу фигурку, либо у нас можно, да, вот так поставить нашего олененка и... нашу главную героиню, и тогда будет все выглядеть очень-очень здорово. Ну что ж, классная коллекция, конечно, хочется собрать ее всю, выглядит она действительно здорово.
Ну, давайте распакуем следующий киндер. В нем точно должна попасться другая игрушка из этой коллекции. Я надеюсь, все-таки из коллекции Enchantimals. И давайте распакуем его. Это у нас сюрприз весом 143,8 грамма. Ну вот, конечно, удивил киндер, что старую коллекцию засунул. Но я думаю, может быть, просто ошиблись. Наверняка в каких-то странах, наверное, выйдет сейчас этот Макси Леди Баг Суперкот. Может быть, и в России, поскольку в России точно вышел гигантский киндер к Новому году. В гигантский киндер 220 граммовых тоже Леди Баг, как и в Германии. Поэтому вполне возможно, что в Макси в этом году будет Леди Баг тоже в России. А Enchantimals уже выйдет попозже. Итак, да, вау, девочка с Кунс у нас попалась, класс. Очень-очень-очень-очень здорово. Всего одной нам не хватает, да. Enchantimals для полной коллекции. А, класс. Очень красивые игрушки, очень красиво прорисованные киндеры. Я думаю, вообще Enchantimals это успех киндера в этом году. Классные получились у них игрушки, классная коллекция. И вот сразу же Скунс наш маленький уже прикреплен, получается, да. Ну, только вот может крутиться. И у нас вторая игрушка из этой коллекции. Было бы здорово, конечно, собрать всю коллекцию Kinder Max Enchantimals, поскольку она явно не то, что даже удалась, а выглядит действительно классно. Прям блестящий такой пластик и очень-очень-очень-очень красивый. Ну что ж, друзья, одной всего лишь нам не попалось Enchantimals. Ну, здесь мне помешало, собственно говоря, коллекции предыдущего года. Ну вот, суперкот тоже, в принципе, хорошо подходит к нашим игрушкам. Таким был обзор на новую новогоднюю коллекцию Kinder Maxi 2020 году. Новому году 2020. И это была коллекция Enchantimals. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и нас ждет еще много новых интересных обзоров. Всем спасибо, пока-пока!